Почему так? Они говорят, что потому что в кинотеатрах нет российского кино. И вот здесь они правы. В кинотеатрах нет российского кино. Да потому что кинотеатры-то не наши, а американские. Они построены на деньги, так сказать, завезены из Америки, но это наши деньги. Это наши бизнесмены в 90-х годах, так, крутя, выбросив полностью отечественный кинематограф с экрана, заработали деньги. А почему они выбросили-то тогда? Потому что был голод на зарубежные американцы тогда. А, ну то есть это рынок. Это рынок, да. То есть просто сняли наше, на которое, кстати, еще в то время, когда они его сняли. Mm-hmm. Я крутил своего Супермена и Интердевочку. Я тебе должен сказать, если я когда-то был миллионером, то именно в эти годы mm-hmm. на Интердевочке и на Супермене я заработал 13 миллионов долларов на минуточку. Mm-hmm. Я был богаче Березовского, царство ему небесное. Mm-hmm. Да. Поэтому в то время, если бы не выбросили вот так вот, если бы не совершили, ну, мягко говоря, преступление. Потому что американцы же нам отдали непотребное кино, они нам отдали кино с третьей категории, то, что они в Африку, для того, чтобы нас приучить. Ну, а зритель же не знает. Для того, чтобы приучить именно к этой категории. Да, потому что нам было все в то время зритель, который не видел нормальное американское кино, или видел его в 10-м поколении через 10 лет, и то избранные видели, те, кто искали его, то, конечно, зритель попер на это кино. И залы были полные, и билеты, я вспоминаю, тогда же еще... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».